Привет всем друзьям! В этом видео я хотел бы вам показать, как перепрошить TV-Box, конкретно модель X2 Cube. Сегодня у нас будет на прошивке. На ней я конкретно покажу, как ее перепрошивать. Что для этого нужно? Нужно иметь приложение, программку, собственно, через которую будем прошивать, прошивающий USB Burn Tool. Ее можно скачать, в принципе, под видео по ссылке. Я дам ссылочку, где ее можно скачать. Также сами прошивки. У меня здесь одна кастомная прошивка, кастомная. И также официальная еще 0.0.8. Но если там будет еще новее версия, в принципе, может, тоже потом добавлю. Сможете ее тоже скачать. Или уже с других мест смотрите сами. Что для этого нужно? Устанавливаем приложение. Запускаем эту программку. Да. Дальше. В самой программке нажимаем крайнюю кнопочку «Файл», «Импорт Image», то есть импортируем файл прошивки. Выбираем эту прошивку, где у нас на компьютере находится. Конкретно я сейчас буду ставить эту ATV прошивку, Android TV, для этого TV-Box. Открываем ее, ждем несколько секунд. Так, дальше остается только нажать кнопку «Старт». То есть никаких галочек не снимаем, не доставляем, то есть просто нажимаем кнопку «Старт». Дальше, что еще нужно? Переходим к самому TV-боксу. Что для этого нужно? Собственно, сам TV-бокс. Кабель USB папа-папа. Размер, в принципе, не имеет значения. Главное, чтобы вам хватало, удобно было ее подключать. Вторую сторону этого кабеля я уже подключил к компьютеру непосредственно к самой материнской плате. Эту сторону у меня, в принципе, самодельный такой паянный. Вы можете где-то в магазине купить, чтобы с обеих сторон был. Это не имеет значения. Также нужен блок питания. Собственно, штатный блок питания, который идет в комплекте. И потом в розетку подключать. Я же взял USB, микро-USB кабелек такой. Подключил через хаб тоже к компьютеру. И буду через него подключать тоже питание. Оно подхватывает, так что работает. И, собственно, саму скрепку для кнопочки Reset, чтобы нажимать. Переходим к процедуре. Берем скрепочку, нажимаем. Самое трудное, в принципе, это удерживать эту кнопку Reset скрепкой. Она просто у меня выскакивает постоянно. Не знаю, способы можете другие найти. Можете скрепку, можете не скрепку. Главное, чтобы удобно вам было переключать ее. Нажали, держите кнопку Reset. Дальше берете кабель. Воткнуть нужно USB OTG, черный который. Воткнули. И потом питание. При этом удерживать кнопку Reset. Слышите, подключается у нас в программке. Все, подключилось. Дальше можно Reset вынимать, приставку ложить. Пошел процесс перепрошивки. Вы можете, в принципе, перемотать. Я покажу весь процесс прошивки, кому интересно, чтобы знали, что зачем идет.
После этого, когда фиолетовая строчка добежала до конца и превратилась в зеленую, это означает, что прошивка завершена успешно. Об этом, собственно, и свидетельствует вот эта надпись снизу. Дальше можете нажимать кнопку стоп и вынимать, в принципе, приставку от компьютера, отключать. Собственно, все, прошивка завершена. Если вы хотите вернуться, например, обратно до заводской прошивки, перепрошить эту прошивку, которая вот находится снизу. Это официальная прошивка. После этого, собственно, дальше будете получать те же самые обновления, которые были раньше в официальной прошивке, собственно. Надеюсь, это видео было кому-то полезно. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.